подчеркнуть ваше внимание, что у нас самая интересная часть как раз начинается во второй части нашей конференции. Сейчас мы к вашему вниманию представим систему мониторинга Грант-Экспресс Эксперт как современный способ коммуникации пасечников и аграриев. Здесь симбиоз будет как партнеров, поэтому мы постараемся, чтобы они вложили свой регламент. Далее у нас будет Наталья Егорская, она уже не дождется своего выступления, представитель компании «Содружество». Как я сказал, мы услышим от Натальи формирование цены и реалии перспективы развития экспорта меда. Ну и, естественно, еще по программе у нас будет человек, который достаточно известен в Херсоне, и не только в Херсоне, а за ее пределами, Николай Борисенко, президент клуба «За здоровый образ жизни», агроном-травник. Он сегодня является тоже партнером, есть у него свой стенд в холле. Тоже раскроет тему перспективы органического пчеловодчества, взаимодействия пасечников и производителей с лекарственным направлением. Ну и самое главное, то, что я говорил, мы указанные темы, которые есть на нашем флипчарте, мы сегодня создадим рабочие группы, инициативные пчеловоды возьмут участие, и это перспективный план к развитию и решению ваших проблем, вашей отрасли пойдет уже к нам, как в работу общественной организации, наших партнеров ассоциации, ну и, соответственно, всех остальных, которые могут повлиять на решение этих задач в дальнейшем. Ну и самое приятное в конце – розыгрыш призов. Поэтому самые стойкие удосужатся приятно. Только те, кто зарегистрировался. Да, повторюсь, для тех, кто успел зарегистрироваться через интернет и по телефону. Итак, прошу к следующего спикера к слову. Секундочку. Да. Олег Рязкий, основатель проекта «Грант Эксперт». Здравствуйте. Меня зовут Олег Рязких, я представляю общественную организацию «Грант Эксперт». Единственное, такой момент, маленькая ремарочка в начале. Сегодня должна была приехать сюда Татьяна Григорьевна Сушко, исполнительный директор Сборки пасечников Украины. Как бы у нас схожие темы, они занимаются законодательством, я занимаюсь как бы технической частью. Она, к сожалению, не смогла приехать, она заболела, просила меня вкратце передать информацию. Они, кто видел на Ютубе, Стретович недавно выступал, сказал, что группа юристов разрабатывает проект закона, касающийся пчеловодства, определенные изменения в плане усиления ответственности за покражу пчел, внесение изменений в криминальный кодекс и так далее, административный. То есть они мне прислали несколько, как бы, я распечатал, и с понедельника информация появится на сайте Сборки пасечников Украины. Кому интересно, могут зайти, более подробно ознакомиться. Ну так, вкратце, здесь усиление ответственности, штрафы, допустим, за неизвещение об отравлении от 3000 до 5000 неоподаткованных минимумов. То есть от 51 тысячи гривен получается минимальная. Ну и так далее. За отравление пчел тоже там от 5 тысяч, не, это штраф это государство тоже можно накладывать. И так далее. Также, допустим, неисполнение должностными лицами своих обязанностей в плане в тот момент, когда создается комиссия по отраве пчел. Если они отказываются, тоже административные указания. То есть, ну, подробнее я буду все зачитывать, и сами сможете ознакомиться. Кому интересно, несколько экземпляров есть, можете взять. Давайте на район. Вот он, Новотроицкий район. Ну, главам районам, да, можно дать, там они уже размножат. Не, лидером А с понедельника Новокаховский, дайте. Дайте. Берислав, это проект, не забывайте, это проект. Сейчас Стретович планирует, я так понимаю, используя вот эти все предвыборные обещания депутатов обычные, в этот момент протолкнуть это законодательство, Берислав, полный совет. Удастся, но нам будет всем плюс. Значит, я сам пчеловод с 16-летним стажем, у меня 20 пчелосемей, как бы, я не профессионал. Чем мы занимаемся? Ну, давайте так, для начала покажем небольшой видеоролик, чтобы понимали, кто не будет. Я потом более подробнее расскажу. С
Система моніторингу «Грант-Експерт» дозволяє миттєво і безкоштовно оповіщати бджолярів про заплановані обробки рослин хімічними препаратами. Візуальний перегляд наявної інформації на сайті доступний будь-якому відвідувачу без проведення реєстрації. Для того, щоб своєчасно і не заходячи на сайт отримувати інформацію про появу нових зон планованих обробок рослин, необхідно зареєструватися. Тоді зацікавленим особам оповіщення надходитимуть на адресу електронної пошти і вигляді смс-повідомлень на мобільний телефон. При реєстрації на сайті потрібно зазначити адресу електронної пошти і номер мобільного телефону, підтвердити їх, ввести пароль з смс-повідомлення і відкрити посилання, отримане у листі. Після реєстрації стають доступні додаткові функції. Так, бджоляру для отримання оповіщення про плановані хімічні обробки рослин необхідно встановити на карті місце розташування пасіки. Скористаємося для цього панелью малювання. Виберемо функцію «Додати позначку». Встановимо необхідну позначку на карті. Вказуємо назву пасіки. Якщо пасіка тимчасова, кочова, то можемо вказати дату, до якої вона буде діяти. Якщо вона стаціонарна, то встановлюємо позначку «Постійний». Крім того, для тих, хто не хоче афішувати місце розташування своєї пасіки, наприклад, при кочівлі, є можливість перевести її в прихований режим. Тоді ніхто, окрім господаря, не буде бачити її на карті. Але весь функціонал залишиться доступним. Оповіщення будуть приходити в звичайному режимі. Тепер, якщо хтось запланує проведення хімічної обробки рослин в межах 10 кілометрів від пасеки, бджоляр буде своєчасно повідомлений про це. Розглянемо другий компонент роботи системи моніторингу. Наприклад, установку події агровиробником, який планує провести хімічну обробку рослин. Після реєстрації на сайті, за допомогою панелі малювання встановимо на карті місце розташування ділянки, де буде проводитися обробка. Вибираємо один з трьох варіантів – намалювати коло, прямокутник або довільну фігуру. Вибираємо тип події – хімічна обробка. Вказуємо довільну назву, оброблювану культуру, назву хімічного препарату, тип обробки, плановані дату і час початку та закінчення обробки. Після збереження цієї події протягом декількох хвилин відбувається інформування всіх зацікавлених осіб, зокрема бджолярів, які мають пасіки в радіусі 10 кілометрів, шляхом відправки листів на електронну пошту та смс-повідомлень на мобільні телефони, де крім іншої інформації вказано номер телефону контактної особи, яка проводить хімічну обробку для уточнення деталей при необхідності. Інформація про плановані хімічні обробки, що вказуються агровиробниками на сайті, щодня розміщується в спеціалізованому друкованому виданні «Всеукраїнський бюлетень планованих хімічних обробок рослин». Безкоштовно. Крім того, дана система моніторингу має і інші можливості. Наприклад, сповіщення бджолярів про масиви медоносних рослин, які зацвітають. Це допомагає покращувати координацію між агровиробниками і бджолярами при розміщенні пасік в процесі запилення ентомофільних культур з метою підвищення врожайності. Також система моніторингу може бути корисна для грибників, людей, що збирають ягоди, лікарські рослини, випасають худобу, знаходяться або проживають поблизу зони можливої хімічної обробки. Присутня можливість фільтрації об'єктів та подій на карті. Є велика довірка судових рішень за фактами отруєння бджіл пестицидами. Інша корисна і довідкова інформація по темі. Надається юридична підтримка. Вебсайт не розміщує рекламні матеріали і не використовує ваші дані для рекламних цілей. Ще раз звернемо увагу, що користування даною системою здійснюється без проведення будь-якої обов'язкової оплати. Grand Expert. Правило хорошого тону. Основная идея – это наладить взаимоотношения между пчеловодами и аграриями. По вот этим двум основным вопросам – это предупредить отравление пчел, и второй вопрос – это использовать пасеки на опыление табакных культур. Вот для этого система была создана, и она работает. У вас у всех есть наши в раздаточном материале вот такие вот флаверки, поэтому координаты наши все есть. По районам я вот через Павла раздам, кому еще нужно будет на местах раздать, пожалуйста, любое количество мы предоставим. Здесь есть телефон, адрес сайта и обращение к фермерам. Значит, система...
Держите каховка. Каховка. Тюрбинс не вижу. Сейчас я расскажу. Система начала работать. Сейчас, секунду. Там у вас же есть раздатки. У нас нет пакета. Пакета. Система начала работать этой весной. За этот сезон зарегистрировано около 1500 пчеловодов. Это по стране, не по Херсонской области. И несколько десятков агрохозяйств. В принципе, система работает, оповещения приходят. Это пока не массово и как бы не ежедневно, но она функционирует. Значит, есть подборка решений судебных по фактам отравления пчел. Собственно, с чего и началось. То есть проблема, то, что нередко доходит до суда, мы хотим это предотвратить, чтобы этих вопросов не возникало. Скажите, а попытки были законодателем заставить аграрию регистрировать свои обработки? Можно я расскажу, что да, а потом я вопрос отвечу. Значит, в этом году, допустим, даже Ровенская область, было уголовное дело открыто по факту отравления пчел самолета обрабатывал поля, полегло там сколько-то пчелосемей, как бы. Правда, дело закончилось ничем, как часто у нас бывает, к сожалению. Вот карта, на которой расположены, это сейчас показано количество пасек в этом районе. Но цифры не полные, поскольку часть пасек находится в скрытом режиме. Кто внимательно слушал, обратил внимание. То есть зачастую мы пчеловоды не хотим афишировать, показывать, где именно мы расположены, наши пасеки. Для этого есть скрытый режим. На карте эта пасека не видно, она не считается, но система работает, как бы ваше оповещение для вас придет. Вот таким образом выглядят вот конкретно с какое-то хозяйство Николаев поле, где там поле, поля, которые будут обрабатываться, указывается информация, и пчеловодам, которые в радиусе 10 километров зарегистрированы в своей пасеке, приходит смс-оповещение. Вот аналогично. Другой случай, опять-таки, уже из этого года из практики. Информация ежедневно печатается в печатном виде. Это бюллетень на сайте и бюллетень в печатном виде. Для чего это сделано? То есть по закону оповещения аграрии должны давать через средства массовой информации, оповещать вас. Даже не через СМИ, а именно через СМИ. Вот в законодательстве написано, в частности, статья 37 закона о пчеловодстве. Сайт не является на сегодняшний день никаким СМИ, ни один, ни наш сайт, ни чужие сайты, поскольку нет закона об электронных средствах массовой информации. Поэтому мы физически информацию передаем через сайты смс-кой, она доходит там, ну, буквально там 2-3 минуты, как вы понимаете. А юридически, аграрий, да, я размещаю здесь информацию об обработке, печатается это в печатном виде. То есть вам ее получать, эту информацию в печатном виде, не обязательно, но если вдруг решение суда какое-то будет, дело в суде рассматриваться, то фермер может себя снимать таким образом ответственность, показывать, я в печатном виде разместил, как того требует закон. То есть фермеру тоже нужно иметь заинтересованность, чтобы заходить сюда и размещать информацию. Вот свидетельство, там было показано, это аттестация этого печатного издания. Кроме того, значит, помню, можно еще раз это. Что там еще дальше? Вот это поля обозначены, где будут зацветать массивы медоносов. В этом году этой системой заинтересовался такое крупное предприятие, как Мироновский хлебопродукт. Это по Украине порядка 365, по-моему, тысяч гектаров земли. Они в качестве эксперимента дали информацию по одному своему хозяйству в Сумской области, хозяйство «Урожайная Украина». Это, по-моему, было начало июня. Разместили информацию о 6 с чем-то тысячах зацветающих гектарах подсолнуха. Тем, кто находится в Сумской области, ну, было достаточно интересно, знали, где какие поля будут зацветать, сроки, сорт какой зацветает и площади. Плюс к тому же они предложили на тот момент оплату за опыление. Оплата была небольшая с точки зрения пчеловода, 10 гривен пчелосемья в сутки. Но с учетом того, что это товарный подсолнух, это не поля гибридизации, где пчела больше изнашивается,
то, в принципе, мне кажется, не так уж плохо получить хотя бы какие-то деньги за то, что ты выезжаешь, собираешь мед и получаешь какую-то там, ну, там 1000 гривен, грубо говоря, в день на какие-то мелкие расходы. Вот, первая попытка была как бы сделана. Вот, в дальнейшем, на следующий год, я думаю, это будет развиваться идея. Система рекомендована со стороны скотопасечников Украины, рекомендована со стороны Министерства аграрной политики и продовольствия. Также мы тесно сотрудничаем с компанией BASF в информационном плане. То есть BASF — крупная корпорация немецкая, которая производит средства защиты растений, пестициды, которыми фермеры обрабатывают поля, понимаете, цепочку. Компания BASF поддерживает как бы идею пчеловодства, защиты пчел. Сегодня здесь у нас есть два представителя, я потом дам с вашего разрешения пару слов, они тоже скажут. Мы в течение этого сезона проводили, точнее, они проводили дни поля для фермеров, мы принимали в нашей организации участие. То есть, ну так, на скидку я посчитал, где-то 500-600, наверное, человек. Это или фермеры, или руководители хозяйств, с кем мы пообщались за это время. Каждому донесли эту информацию, каждый получил такой листочек, как бы. Но настроены люди в основном позитивно-положительно, потому что проблема общая. Им тоже не хочется, поверьте, травить пчелы и иметь потом судебные разбирательства. То есть задача решить этот вопрос, развязать этот вопрос. Вот фотографии тем более. Также дополнительно на нашем сайте создан опросник для тех, у кого случилась такая беда, пчела отравленная, где можно ввести информацию, чтобы попасть в статистические данные. Также дополнительно на сайте, в данном случае по заказу Луганской областной администрации, начали размещение официальных данных по пчеловодству, то есть в разрезе районов, это количество пчеловодов, которые зарегистрированы, то есть только зарегистрированы, количество пчелосемей у них, информация по региону и информация по тем пчеловодам, по тем хозяйствам, которые, ну, наиболее, скажем, значимы в своем регионе, наиболее интересны. То есть администрация дает информацию по тем хозяйствам, которые они хотят как бы прорекламировать. То же самое мы сейчас договорились с Херсонской областью, в принципе, департамент идею поддерживает. Таким образом, у вас тоже будут знать о тех, кто зарегистрирован, опять-таки. То есть задача как бы показать официальную статистику, не общую по Украине, которую мы называем 400 тысяч пчеловодов, но подтвердить ее никто не может. 400 там, или 300, или 250, никто из нас не знает. Также дополнительно мы сейчас занялись таким вопросом, как система мониторинга. То есть это электронные весы, система, которая измеряет там температуру в улье, на улице, датчики. Все это у нас в Николаевской области своя пасека, где все это мы смонтировали, нескольких производителей, в этом году двое, в следующем еще будем дополнять. То есть задача показать пчеловоду, как эта система может работать. Отсылаются смс-ки на телефоны ежедневно, это вес улья. На сайте можно зайти и посмотреть графики, то есть как уменьшается вес, падает вес, температура и так далее, ну, то есть все параметры, скажем так. Ну, основной вес, насколько вы понимаете. То есть у кого пасека удаленная, вот очень интересная штука, то есть контрольные весы вам ежедневно присылают информацию там, раз в сутки или два в сутки, что происходит на пасеке. В перспективе планируется удешевление этой системы, то есть я так думаю, через какие-нибудь 5-10 лет это будет не контрольный угли, это можно будет ставить под каждый угли, иметь полную информацию по всей пасеке, какая семья как работает, причем ежедневно. Дело, то есть, вот в виде таких графиков все строится, все параметры. И в этом году мы, скажем, все тестировали, со следующего года хотим на своем сайте выложить, чтобы люди могли посмотреть, во-первых, как у каких производителей ценовые категории оборудования, как что работает, эффективность, ну то есть просто для себя анализировать на перспективу. Некоторые уже пользуются, но кто не пользуется, будут знать, что такие идеи есть, они работают. Ну, собственно говоря, вот то, чем мы занимаемся, сейчас несколько слов компании BASF, два представителя приехали. Ну, ваша услуга бесплатна, правильно? Наша услуга бесплатна, мы никаких денег не берем ни с аграриев, ни с фермеров, ни с общественной организации. Добрый день, уважаемые коллеги, компания BASF, да, консультант компании BASF Бартоненко Александр Сергеевич, который уже в компании BASF работает более 28 лет. Так, да. Я представитель по Херсонской области компании BASF Цветинский Юрий. Олег уже много, в принципе, рассказал о том, скажем, какую работу мы проводим совместно. То есть мы хотим как можно, скажем, больше информации преподнести для наших сельхозпроизводителей о том, что есть такая программа,
гранта эксперта для того, чтобы обезопасить, скажем так, использование пестицидов на полях, чтобы донести ту информацию об обработках именно к вам в первую очередь, потому что компания БАС, по сути дела, скажем так, в мире является, скажем так, проповедником экологических, как бы сказать, Сергеевич. То есть мы стараемся для того, чтобы продукция компании как можно меньше приносила ущерб окружающей среде. И нам как бы везет в этом отношении, потому что с Олегом мы там чисто случайно познакомились, но насколько БАС в такой огромной, я хочу сказать, это самый большой химический концерн в мире. И нас заинтересовала реально вот та программа, которую он рассказывает. То есть в этом должны быть заинтересованы все. Должны быть заинтересованы мы, производители, мы как пчеловоды. И вот я сейчас, когда Олег сказал, что там через некоторое время вот под каждый люлей можно будет ставить весы, подключать, многие заулыбались. Я вам скажу, вы через 5 лет вспомните, как вы улыбались. И скажете, да что я улыбался, это же так просто, без этого вообще уже жить нельзя. Я вот за 28 лет работы здесь, я уже много таких программ видел, которые на Украине внедрялись. Мы перед этим у нас было внедрение метеостанции. Метеостанции, тут такой ящичек ставится на поле или нет, на агрономов, и он может где-то на Гавайях лежать, или директор. Открыл себе компьютер и смотрит, что у него на полях, какой ветер, какая влажность почвы, каких удобрений не хватает, чего. И оттуда команда, и у него все идет процесс. Так и у вас скоро будет. Вы поверьте, вспомните мои слова, что скоро очень вы будете на расстоянии, как с этим руководить, и будете иметь очень сильную информацию. Если этого не будет, вы понимаете, что мир насколько глобально быстро развивается, и без этого просто невозможно сейчас. Также и в агротехнологиях, да, то же самое. Вы посмотрите, какие комбайны на полях, какие удобрения, как что мы делаем, так и у вас будет. То есть поэтому нам интересно вместе с вами двигаться вперед и пытаться что-то сделать для того, чтобы ваше дело развивалось и вы получали от этого прибыль. Чем будете богаче вы, тем будет богаче страна, и будут все, которые участвуют в этом, тоже иметь свою прибыль. Вот за последние, да, за последние годы просто пестицидные обработки несколько раз увеличились, и поэтому мы сегодня знаем, что, допустим, тот же самый рапс и подсолнечник без применения инсектицидов уже выращивать нельзя. Поэтому наша задача, в первую очередь, чтобы эта информация, которая там по обработкам в хозяйствах, чтобы она доходила в первую очередь к вам. Почему? Чтобы не было никаких проблем, потому что мы заинтересованы своей стороны. Я думаю, что как и сами сельхозпроизводители, они показали в ходе проведения не полей, которые мы в этом году проводили, и мы тут будем работу дальше продолжать, они тоже заинтересованы, чтобы как-то наладить взаимосвязь между производителями, там где выращивают сельхозпродукцию, и вами. Для того, чтобы было меньше всяких спорных вопросов, чтобы пчела несла мед, чтобы, как говорится, ульи были полные, и было меньше, как можно меньше гибели пчел. Поэтому эту работу мы будем продолжать. И если у кого-то какие-то вопросы в плане того, что поскольку по роду своей работы нам приходится по всем хозяйствам объезжать по всей области, мы знаем практически, где какие площадя, не практически, а фактически знаем, где какие площади планируются подсолнуха, рапса и так далее. Если такая информация необходима, мы можем эту информацию предоставлять, контактировать, дать возможность вам сконтактировать с теми хозяйствами, которые это выращивают, а возможно даже и по той программе, что говорил Олег, может какие-то хозяйства будут заинтересованы даже платить за установку улья, потому что они понимают, что без пчелы все-таки, без опыления, урожайность немного меньше по сравнению с тем, на тех полях, где действительно стоят пасеки и где пчела делает свою работу. Да, ну, я хочу сказать, что просто продукты компании БАС, которые зарегистрированы у нас, в том числе, которые применяются на рапсе, на подсолнечнике, аналогично применяется в садах и виноградниках, но в садах и виноградниках эти продукты разрешены для использования во время цветения. Вы понимаете, что во время цветения это пчела, и они к нему не приносят никакого вреда. Поэтому мы не призываем к тому, что во время обработки пчелу запускаете, но чтобы вы знали, что практически никакого вреда, даже если там случайно что-то попадет, ну это если компании БАС, только продукты там, да, то в принципе вы можете быть спокойны. Используя программу Grand Expert, вы полностью можете себя на 120% обезопасить от любых неприятностей. А еще если позвонить там и спросить, действительно ли это вашими продуктами там идет обработка, мы подтвердим, ну тогда как-то можем. А если в ваших канистрах? У нас две проблемы. У
нас есть еще Сингента и Монсанто. А, нет, понятно, тут не вопрос. Мы, в принципе, информацией можем поделиться. А вторая – Китай. Да, в первую очередь вы должны понимать, что в первую очередь должен быть налажен контакт с агрономом, потому что действительно препаратов очень много на сегодняшний день на рынке. То есть не только компания БАС, не только Сингента, Монсанто или там Дюпонта. Сегодня на рынке там несколько инсектицидов, которые, скажем так, они безопасны для использования, для пчел. Но все равно перестраховаться, я думаю, все-таки стоит. Почему? Потому что на сегодняшний день зачастую даже агроном думает, что он обрабатывает одним продуктом, а на самом деле обрабатывает совсем другим, потом возникает проблема. Поэтому вот налаживание взаимосвязи, то есть информация, обмен информацией между хозяйствами, где мы можем выступить как бы посредниками, и между вами, для того, чтобы эта информация до вас доходила, то есть как и о полях, так и времени обработки, я думаю, что это принесет, скажем так, пользу как для хозяйств, так и для вас, и не будет проблем. Вы знаете, доступны телефоны всех представителей всех фирм по Херсонской области, по Украине. Поэтому перед тем, как зайти на поле, узнаете, что там планируется чем-то обработать, просто позвоните мне, Юре, там, другим представителям, и спросите, да? Мы можем эту информацию предоставить. Это точно ваш продукт, он точно для нас минимально безопасен. Вот получив такое подтверждение. А какие у вас три положительных «да», чтобы я дома своему фермеру сказал, пользуйся продукцией фирмы «БАС». Вот приеду я не настолько крупному, Васе, Тень, я говорю, Бог, пацаны, классные, что мне сказать? Сказать? Вы можете одно сказать. Хочешь получить максимальную узнаемость, пользуйся рекомендациями и продуктами компании «БАС». И консультация специалиста. Все проблем. Консультация специалиста. Вы знаете, фермер считает, что это дело. Конечно, сегодня все считают. Все это абсолютно бесплатно. Вы совершенно правы. Сегодня все считают. Покупают китайское, это дешевле якобы в итоге там. Ну, знаете, мы. Для этого у нас есть большое количество данных, где проведены у нас расчеты, что применил, что получил, сколько потратил на это и столько в конце получил. Вы знаете, вот я еще 2 минуты отберу вашего времени. Вот мы когда 25 лет назад пришли на рынок Украины и начали работать. Когда мы пришли и начали предлагать продукты, какой был первый вопрос, как вы думаете? Сколько это стоит? Совершенно верно. Никакой 25 лет мы боролись с этим, и наконец сейчас уже больше 50% производителей спрашивают, а что мы будем иметь из этого? Когда они говорят, мы говорим, потратите сколько это хочет, сколько это прибыль будет, вот такая, а не вот такая. Это поэтому и ваш подход. Советская система на капиталистическую. Давайте вопрос еще. Вопрос такого плана. В городе Тавийск там часто возле интерната там в общем идут выставки вот такого плана, там и БАС, и на полях. Да, и фирма Адама. По-моему, израильская фирма, которая выпускает Маврик. Вот. Знаю. Как бы то, что написано в интернете, это одно. Хотелось бы с вашей точки зрения узнать у вас, что вы по этому поводу вы думаете. Знаете, что я скажу? Я понимаю. Правда ли, что там используется флюваленат? То есть борьба с клещом. Есть там. Я вам скажу так, то есть это будет некорректно с моей стороны, допустим, рассказывать о продукте компании Адама, потому что это. Но продукт работает, говорю. То есть он зарегистрированный, и вопрос в том, чтобы он был оригинальный. Но более информацию это может действительно представитель Адама рассказать. Не вопрос, говорю, я не могу, допустим, там сейчас эту информацию. Есть корректное поведение на рынке, мы не можем рассказывать об аппаратах. Но тут вы задавайте любые вопросы, мы вам расскажем все. Да, самое страшное пчеловодство – это никотиноиды. Вы используете их? Значит, нет, у нас есть инсектициды, но, к сожалению, допустим, у нас даже есть, скажем, наш фастак, о котором пишется, он безопасный типа для пчелы. Но он не безопасный, но у него есть репеллентный эффект. Значит, да, там одно единственное, что он действует потом на следующее поколение. Поэтому мы не рекомендуем, скажем так, обрабатывать. Ну, фастак какого действия? Контактная система? Значит, я вам скажу, что это. Тут вопрос уже заключается в следующем. Что это, скажем так, продукт, который мы не рекомендуем вообще.
Не рекомендую. Поэтому, говорю, в любом случае, если у вас возникают какие-то вопросы, вы в первую очередь можете обратиться, действительно. То есть телефон мой 418-75-38, в каталоге БАСФА есть. Вы можете позвонить, и можем с вами обсудить любой вопрос. И вопрос еще какой. Вот мы хотели бы, допустим, я хотел бы сказать, что, по сути дела, в следующем году у нас тоже будет очень много дней полей. Мы приглашаем как производителей, которые именно на дни поля, посвященные рапсу, посвященные подсолнечнику. И мы эту информацию можем предоставлять как через Олега, так и через голову ассоциации пчеловодов. Вы можете точно так же присутствовать на этих дней полей для того, чтобы больше наладить контакт с производителями, узнать какую-то информацию, о чем-то поговорить и так далее. То есть это для нас не есть проблема. Мы всегда будем рады видеть, скажем так, вас. Если вы знаете, что в регионе проходит семинар БАСФА, там, пожалуйста, вы, кто в этом районе работает, приезжайте, там будут практически все руководители, главные экономы хозяйства, можете с каждым подойти, побеседовать, наладить контакты и решить очень много вопросов. Поэтому давайте работать вместе, и мы будем. То есть мы открыты, да, а по поводу наших инсектицидов, к сожалению, действительно, перетроит, мы не можем рекомендовать. Перитроид, фостак, у него есть репеллентный эффект. Репеллентный эффект, когда его применили, опрыскали, и когда где-то летают пчелы, рядом они просто туда не тут, их откупивают этот запах. Не более того, если там есть пчелы и применили фостак, то где-то человек останется. Ну и хотелось бы еще рассказать, в принципе, рекомендации, которые вы, по сути дела, все знаете. Какая бы там ни была безопасная обработка, все-таки лучше, говорю, закрыть на один день, если это, скажем, ночью обрабатывается. А если это обрабатывается днем, то это минимум на два дня закрыть пули для того, чтобы не было... А если вы будете работать с этой программой, вас всегда будет доступна информация, вы своевременно можете сделать то, что... Я думаю, что в этом году эта только работа началась с градоэкспертом, и мы положили начало, она даст хорошие результаты, если мы будем просто взаимодействовать. Поэтому мы приглашаем вас в сотрудничество, то есть обменом информацией. Спасибо. Мы всегда открыты. И всего хорошего. Спасибо. Маленькое пожелание. Когда проводится дни поля, хотелось бы, чтобы спикеры говорили в микрофон. Потому что на записях очень важно. Самое основное, которое мы должны услышать, то, что игроки рынка, первые шаги сделали взаимодействие. То есть производители уже начинают понимать, что им лишние проблемы не нужны с пчеловодами. И то решение, которое появилось на рынке в виде этой, скажем, программы, это признак того, что нужно осваивать IT-технологии, нужно иметь возможность иметь в гаджете своем интернет, нужно контактировать с партнерами в регионе, и таким образом вы уменьшите риски влияния, скажем так, на свою пасеку. Мы со своей стороны возьмем на вооружение, раз уже прозвучала фраза, что департамент готов поддержать, когда мы, так как мы имеем большую клиентскую базу, у нас около 7 тысяч, чтобы вы понимали, агропроизводителей. Мы, естественно, будем рекламировать эту программу на своих семинарах. Таким образом, будем популяризировать и наполнять, скажем так, клиентскую базу для того, чтобы и вы, как участники, пользовались ее услугами, ну и, соответственно, производители. Чем больше будет наполняемости, тем будет эффективнее результат использования этой программы и смс-оповещения. Сейчас бы я хотел бы продолжить и дать слово Николаю Борисенко. Еще раз повторюсь, человек имеет достаточно большой опыт в агрономии, президент клуба «За здоровый образ жизни», агроном. Ну и тема, которую сегодня поднимет Николай, это перспективы органического пчеловодства, взаимодействие пчеловодов и производителей лекарственных трав. Прошу. Презентация будет. Пока вместе. Господа, реально ли у нас сделать органический мед? Что скажут? Однозначно нет. Реально.
реально ли у нас на Херсонщине произвести экологически чистый продукт? Ну, если долго мучиться, что-то получится, но сомнительно. На акации можно сделать это. Есть определенные правила для органического меда, если взять эти европейские правила, применить к нам, однозначно не возможно. Ответ. Некоторые ошибаются из-за боязни и незнания. Мой опыт. На Херсонщине 50 тысяч гектар экологического производства. 4 международных сертификата органик. Экспорт в Японию, в Европу, в Англию. Это реально? Реально. Я сам агроном. Пчеловод, травник. Так? Мы сейчас говорим. Мы когда сделали экологический мед, 3 раза дороже цена была. Мы могли еще повышать цену, да? Когда мы вырастили экологическую гречку и поставили в Японию, я даже не буду замазывать, мне начали волосы шевелиться. Мы решили все наше, все земли засеять гречкой. Потому что Япония получает гречку из Китая. Органическую. Китайцы могут выращивать, да, тут даже и органическую. Она ныне вкусная. Украинская гречка намного вкуснее, да. Цены просто очень интересные, да. Это Япония, да. То есть есть этот опыт. Я вам хочу сказать, мед наш не хуже, чем другие меда. Да, ну, покупают китайский мед, он жидкий, украинский нет. Но по анализам наш мед вкуснее, наш мед целебнее, да. А почему мы хуже, чем китайцы, да? А чем мы не можем это сделать? Да? Мы говорим. Ну представьте, 3 раза дороже цена. Значит, экологический мед реально сделать, да? Но если мы говорим, для чего мы делаем ассоциацию? Вот эти 2 пункта. Борьба с протравленным бджил и работа ассоциации. То есть мы от этой ассоциации будем бороться с протравленным. А что если не бороться? Вот дивіться. Ну де взять всім агрономам, як ви? Де взять? Так це ж легко, значить, так? Да? Є такі агрономи, що кажуть, бджоли не треба, запилення пройде і так. От дивіться, якщо, якщо фермерам кажеш, друже, мої пчоли, тобі можуть на 40% збільшення врожайності, ти нічого не будеш робити. Скажіть, він може переспати, щось подумати? Так, якщо він сильно вже дубає. Він подумає, да? Якщо, як кажу, значить, ти або перетроїдами обробляй, а в нас є 3, ти дуже велика компанія біологічна, де ті ж препарати виробляться, але біологічні, да? Які не травлять людей, не травлять село, да? Не травлять бджіл. А він їх просто не знає, він просто це не знає. Да? Якщо йому сказав, що брат, та є ж усе. Да? Якщо ми кажемо, ти самоліта прискочиш, він кидає 200 літрів на гектар рідини. Якщо ми кажемо, брат, 5 літрів достатньо, малооб'ємна прискань, це в агрономії приймається. А він цього не знає просто. Ну це не розказали. Да? І дивіться, ми просто, даючи інформацію, да, працюючи з фермером і бджоляром, тому що кожен і бджоляр, і фермер хоче отримати максимальний доход зі свого підприємства, да? Що він працює, да? Весь сезон. Тобто йому потрібні кошти, але йому потрібно ще й здоров'я, да? Агрономи хіміків, які разом навчилися в агроуніверситеті, їх нема вже в живих, господа. Їх нема вже в живих. Тобто ті люди, які обробляють, да? І цим же самим дихають, ми сьогодні отримуємо максимальні кошти, але потім чомусь діти боліють у 35 років, да? І на таблетки все це уходить. А чому це ми не задумуємося? Так, це саме відбувається з бджоляром, це саме проходить і з фермером. Да? Всі ми одинакові. Ми хочемо мати і здоров'я, і кошти. І на канарах повідпочивати. А чому це не зробити? Якщо ми об'єднаємо всі ці ресурси, не тільки асоціації між
дилерами, асоціації із фермерами. Здружимо. Якщо я кажу, як агроном, брат, я тобі можу свого місцевого гімна зробити добриво. Можеш його не купляти. Я тобі собі вартість знижу на 50%. Тому це не цікаво. Приїхали, що то послухати, Лілька. Є маски. Це, я думаю, буде цікаво. Просто люди не знають. Багато людей мало вивчилися, да? Просто їм батьки передали ці технології. Але вони є у світі. І вони є в Україні. Розумієте? І моє бажання просто взяти якесь фермерське господарство, да? Може у вас є такі люди, які активні, передові. Ми на цьому господарстві зробимо показово, де можна просто з трави зробити доброго, можна з навозу зробити доброго, і це буде еко, це буде органік, це ми отримаємо сертифікат, ми обробимо соняшник, обробимо рапс, да? Примінимо біологічні способи захисту від шкідників, від хвороб, так? І це реально фермер побачить, коли затрата частина буде як мінімум в два рази менше, і бджоли будуть спокійно літати, опилять, він отримає ще й врожай від опилення. Да? Якщо ми це фермерське господарство зімо на сьомку, там тут стоїть рапс, а тут бджоли, то цей раз буде продаватися потрошки по дорогій ціні. І ще йому буде вигідніше, як мінімум 30%, а якщо ще сертифікатом, це може бути 100% дорожче, ніж ціна. Зараз мені питають, Микола Євгенович, дайте нам спеції, дайте нам коріандр, який ми хороший, дайте органік, щоб він був. Англічани просять, говоримо. Коріандр у нас повно в Україні, там Миколаївич, а де і хороший медозбор, і хороший мед. Але нема сертифікату. Розкладаю, якщо ми побачимо з фермерами, з одним, з другим, з третім, ми образуємо регіон, да, десь, хай там тисячу гектар, регіон, да, де там не будуть примінятися хімічні засоби боротьби. І якщо ми навіть без сертифікату, секрет видають, без сертифікату, ми виробляємо органічний мед. Я вам гарантую, ми продаємо дорожче, чим інші виробники меду в других областях. Вони просто домовимося з фермерами, брат, не роби хімію, так? Не треба закривати нам два дні голики. Я це все розумію, так? Що таке потрава. Йому буде хорошо. І нам буде хорошо, тому що ми скажемо, наша зона екологічна, органічна, але ми не хочемо мати справу з сертифікатами. Ми це розуміємо, що це потрібно робити, але це практично неможливо. То в нас немає паспортів, то в нас ще немає. Ви просто приїдьте до нас, і ті люди, які нормальні, навіть в Європі, вони підуть на це. І вони йдуть на це, не всі, звісно, але можна такі, і вони будуть дорожче приймати мед, тому що коли вони зроблять аналізи, попробують на вкус, вони знають, що вони його більше продадуть, да, чим той мед, такий сертифікат, він набагато буде дорожче. Господа, коли я баночку меда органічного перший раз попробував, його займалися. У мене було в команді 100 літаючих його. А з меда продукції? Дивіться, отакий 50 грам баночка, 100 доларів. Як це? 100 грам меду, 100 доларів. Ну, це просто. Він був красиво оформлений, такий там пакети. Там таке не пакет, а така баночка, так? Да? Дії просто сьогодні. Так. Да. Розумієте, значить, але це був із сертифікатом. Я то його пробував, ну він нічим не відмічається від нас, ну просто нічим. Да. Але такий пах, таке все зроблено було красиво, да? І люди купляли. Тому що у людей кошти є. Але чому здоров'я немає? Чому я перейшов на лікарське рослинне господарство? Один секрет. Знаєте, що в нас в Україні скритий голос? Я чую. Знаєте, що таке скритий голод? Нехватка в Україні. Господа, ми все сільське господарство, яке дає нам здоров'я, перевели в бізнес.
А що потрібно бізнесу? Ми кажемо, Херсонщина робить красиві помідори, дуже вкусні, найкращі в Україні. Але ці помідори, які, якому стандарту відповідають? Помідор повинен бути круглим, червоним і транспортабельним. Якщо певно транспортабельний, він обов'язково там не хватить цукрів, не буде хватати сухих речовин і поживних. Але цей помідор повинен брати живлення з землі. А якщо там тільки НПК, і немає ні мікроелементів, немає ні корисних бактерій, то ця рослина не дополучає поживних речовин, які потрібні нашому організму. Тому ми біжемо в аптеку і купуємо якісь вітаміни, які беруться просто із зелені. Так? Тому я займаюся лікарськими рослинами, особливо дикарями, де ці всі речовини є. Вони живуть в лісі, да, де ніхто не поливає, не робить капельне зрошення, а дерева ростуть, цвітуть, плодоносять і дають плоди. А ми кажемо, ми не можемо рапс вирости без цього. І якщо я кажу, скажу фермеру, брат, в мене є технологія, де буде корисно для фермера і буде корисно для пчоловодера. Якщо я вам скажу, що я в апрелі місяці дам вам рослину і навіть в марті, або навіть взимку на обльоті пчол і зацвіте зимний горох, це цікаво для бджолярів? Цікаво. Да? А якщо ми після цього зацвіте вже далі, що зацвіте в нас після гороху? Буде цвіти рапс. Це ж цікаво, якщо буде органічний, так? От. А якщо ми посіємо другу культуру масляничну, фермер посаде, той же соняшник, так? Він получить два урожаї масличних культур. А якщо перед цим він посіє горох, він одержить 15 тонн навоза практично, ну, біомасою в землі. Не треба добрива. Він получить врожай, він получить добрива, а бджоли получать мед. Це цікаво, це інтересно. Фермери не знають про це, йому нема коли, да. Цілі фермери, який може полистати журнали і подивитися кіно, він це зможе. А коли фермер і тракторист, і директор, і інженер, і сівальщик, і доярщик, він це не може зробити. Тому закликаю до вас до об'єднання не тільки бджолярів, а й фермерів, з усього сусіда. Тому що, коли під Києвом була демонстрація, я в цей час в Харкові був на ярмарці бджолопродукції, пчоловоди готові були об'єднуватись для того, щоб, секрет, спалити фермеру комбайн, щоб він обратив увагу на бджоли. Розумієте? Пацани, це війна, це не ті підходи. Але до цього доходить, розумієте? Тому об'єднуватися потрібно з фермером, не тільки самі з собою, і з фермером. І йому так нормально розказати, як це цікаво. А що таке лікарські рослини, господа? Якщо ми кажемо голод, да? Скритий голод, і не вистачає поживних речовин, пшениці, скрізь не вистачає, так? Тому ми кажемо, потрібні лікарські рослини дикарі, тому що тому ви висаджуєте біля своїх пасік дикі рослини, там боярышник, льоти, таке інше, значить, так? Зараз це востребовано, воно дуже хороші кошти стоїть, і крім мед ви отримаєте, і чай, що який ми можемо зробити в асоціації, зробити цех, який буде, і таке інше. Да? Ми мед додамо порошку м'яти, порошку меліси, порошку там лафанту, фацелі, таке інше, і цей мед буде ще краще. Але якщо ми кажемо, в нас не вистачає, я розумію, в нас не вистачає препаратів, допустим, обробили, наприклад, попала під поправку, буває таке, да? Там не закрили, не прикрили, десь був з командировку, підтримилися в чому. Як бджіл зробити сильнішими?
Як бджіл зробити довгоживущими? Господа, зараз в Україні як мінімум є три продукти нові. Представте собі, ми робимо підкормку. Хлорелою, жива культура. Хлорелою вирощено в переодянських часах на кожній фермі. Це мікроводород. Тут вона жива, десіти роблять. Сам Вел робить. Хлорела. Додаємо весною сироп, додаємо водичку. Да? Вона буде і водички, вона живе в воді. Так? Пчоли їдять, господа, на 40% увеличується життя бджоли. Господа, на 40%. Це дуже круто. Є вже аналізи інституту, є аналізи з Казахстану, є аналізи з Японії. Якщо вона довше живе, матки нема проблем, да? Сім'я швидко нарощує, да? Масу. І, звісно, приносить на 20-30 до 40% більше меда. Це круто? Одна ця баночка – це літра. На рік – літра. На рік – 100 гривень. Яке кількість? На будь, на сім'ю 1 літра, це максимум, а? 100 гривень, 100 гривень, господа, ну все, вважаємо. Кожен год, який водичку пошається, да. Тут куча білка, куча мікроелементів, так інше. Другий препарат, який способствує, це на базі мікроелементів, на базі йода, способствує теж. Хороші перезимовки. Я зараз не буду. Давайте далі. Ви питання задавайте, якщо ви так сильно грам. Де хто каже? Де? Скажіть, уважте, будь ласка. У вас які питання? Господарства, які під вашим керівництвом добиваються от того, що ви о чому говорите? В нашій Кірсовській області. В даний час то господарство, яке було 50 тисяч, вже немає. По одній простій причині. Це господарство було інвестиційне, інвестиції були з Голландії. Визгадав, інвестором був Йох Махаріша, називається. 120 років він пішов в друге життя. Так? І це господарство було продано. Часом займається хімічними обробками. Але в нас вже дуже багато органічних підприємств в Україні. Тому бажаю вам всім крепкого здоров'я, хорошого бізнесу, хороших прибутків. І давайте будемо дружити з природою. Дякую вам за увагу. Ви що-небудь слышали про такой препарат Апимакс? Биологический препарат. Апимакс. Значит, ці, скажем так, ці препарати вже починаються поширюватися. Так, але мені зараз, я вам про Апимакс мало розкажу, з ним не працював. Значит, так? Є такі препарати, які зможуть цей препарат. Тобто біля вулику ставиться. Як пильцеуловитель, пчела виходить із вуля, пильцою оцю препарат обвітрюється і несе це на квітки, і тому рослини захищуються, рослини не боліють за хворобами і таке інше. І таким чином бджола допомагає фермеру захистити цю рослину. Так? Але тут є проблемки, які пчола віднесла оцю пілку, набрала ще інше, і та пілка, яка захищує рослину, попадає опять в мед. Тобто я вважаю це недоцільно займатися цим продуктом. Дякую. Спасибо. Прошу. Ви знаєте, от хтось може з сарказмом відноситься, тому що органічний мед, а зачем він, а кому він нужен? Він ще ринка нету в Україні, там його мало потребляють. Я вам приведу пример на нашій клієнтській базі. Ви знаєте, що Херсонщина багата чим? Якими культурами? Кавуни, томати.
И зачем их делать органическими? Они же вроде так органические. О чем у нас каждые новости начинаются с того, что ой, там не трать никого, не від кіляс, Херсону, а що ж таке? Вони ж вроде органічні, та ні, не органічні. Тому питання тут дуже актуальне. И органический мед нужен. И когда мы предложили одному из производителей, а их у нас тысячи по арбузам, сделать сертификацию, получить сертификат органик, органический арбуз, что он сделал? Он это сделал на 50 гектарах, сделал органический арбуз. У него сейчас с реализацией проблем нет. И супермаркеты в очередь стали. И первая машина ушла в Европе и сказали, вкусно, давайте еще, но уже поздно, сезон закончился. То есть, понимаете, рынок меняется, потребительский вкус меняется, люди молодые, молодое поколение тоже меняется. Оно сейчас в интернете выискивает качественные продукты, органические продукты. И в том числе, я секунду дам слово, и в том числе и мед. Вот кто первый, тот и второй. Есть такая поговорка. Понимаете, тут надо занять свою нишу. Я не говорю, что это объемный рынок. Органика, органический мед. Но кто сможет сделать этот продукт, поверьте, он будет первым и в Украине, он будет первым и за рубежом. Павел, вопрос по органике не успел. Да, пожалуйста. Вопрос по органике. Сколько пасек в Херсонской области есть зарегистрированные органики или нет еще? Нет. Мы просто подали заявку, мы хотим как бы органик продаж. Если вы будете первым, мы будем там. В Украине? Я что-то думал, что есть. А там, смотрите, мы связались с Игорем Александром, он сертифицирует. Там одноразовый взнос идет за сертификацию или каждый год вводится? Каждый год. Каждый год, да? Но сертификация стоит 14 тысяч гривен. А сколько стоит? Какая пасека, какая территория? У нас 270 гривен, по-моему. А вот какая цена каждый год? Такая же цена? И какое у вас количество гектар там, где вы стоите? Ну, если вы поехали в другую область, вы не можете сделать пасеку органическую, если у вас нет базы. Моя фраза в Украине, в частности, в Херсонской области. Уважаемые, немножко внимания, чуть-чуть тишины. Все. Спасибо. Сейчас очень много в Украине развивается фирменных магазинов, вип-магазинов. Вы знаете, кто там клиент? Это 10% наших, будем говорить, достойных граждан Украины. Им все равно. Сколько это стоит? Им самое главное, чтобы что? Евролистик. Да. А если не будет евролистика украинского, значит что бизнесмен сделает этого бутика? Он поедет, купит импорт. Поэтому на сегодняшний день пока вы теряете эту добавленную стоимость. Этот рынок завоевывает производитель Запада. И то же самое будет и с другими культурами. Независимо это будет мед или что-нибудь. Поэтому это к тому, кто, ну скажем так, философию жизни такую исповедует, кто имеет планы, потому что туризм, он развивается активно, нам будут приезжать партнеры, нам будут ездить за границы, и естественно первым делом, что они захотят, поехать на пасеку и своими глазами убедиться, а как же этот мед получается органическим? Очень просто, купите овощину органическую, засертифицируйте свои хозяйства, пройдите переходной период и получите этот сертификат и выставите его сюда на сайте и предложите его, когда будете сдавать мед, допустим, если за рубеж, и получите свою добавленную стоимость как минимум 30%. Как минимум, я уже говорю за 50%. Вот для кочевых пасек это же неприемлемо. Вопрос хороший, но надо понимать, если вы выбираете зону экологическую, да, вот типа вот там, как у нас говорили, Джерел Гач или там еще этот Казах, Ибузия или что-то. Там вообще мед, конечно, там. Именно там вы мед получите. Не, я имею в виду вообще 2 килограмма, но по 2 евро. Это ниша, еще раз говорю, это ниша. В большей степени я вас понимаю, вы тоже хотите заработать, это правильно. Но если вы думаете на перспективу, это реально ваша стратегия развития.